Друзья, семья – это самое важное, что есть в жизни каждого человека. Любые поступки, любые начинания – все, абсолютно все начинается с семьи. В этот праздник, День семьи, любви и верности, хотелось бы поделиться с вами частичкой собственного семейного счастья. Когда мне будет 85, когда начну я тапочки терять, в бульоне размягчать кусочки хлеба, вязать излишне длинные шарфы, ходить, держась за стены и шкафы, и долго-долго вглядываться в небо, когда все женское, что мне сейчас дано, истратится, и станет все равно уснуть, проснуться или не проснуться. Из виданного на своем веку я бережно твой образ извлеку и чуть заметно губы улыбнутся. Когда мне будет 85, по дому буду твои тапочки искать, ворчать на то, что трудно мне сгибаться, носить какие-то нелепые шарфы из тех, что для меня связала ты. А утром, просыпаясь до рассвета, прислушаюсь к дыханию твоему, вдруг улыбнусь и тихо обниму. Когда мне будет 85, с тебя пылинки буду я сдувать, твои седые букли поправлять и, взявшись за руки, по скверику гулять. И нам не страшно будет умирать, когда нам будет 85. Для создания семьи достаточно полюбить, а для сохранения нужно научиться терпеть и прощать. Ведь это самая большая драгоценность, и ничто в жизни не сможет заменить ее. Любите, балуйте друг друга, дорожите вашим гнездышком и наполняйте его маленькими чудесами.